Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре ФАВ X40 2019 год. Бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, 109 лошадиных сил. КПП, передний привод, литые диски, хорошая резина, пробег 116 тысяч километров. Это повторители в зеркалах, рейлинги на крыше, спойлер, ветровики. По салону у нас темный салон, кожа не прокуренный. Имеется люк, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, климат-контроль, мультимедиа, мультируль, антиюз, электропривод переднего сидения, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 97, 97, 89. 98, 90, 102, 98, 90, 98, 98.